В прямом эфире 7 канала «Новости» в студии Юлия Славинская. Здравствуйте. Первый этап мобилизации в этом году начался. 20 января вступил в силу закон о частичной мобилизации, который был принят Верховной Радой и подписан президентом Украины. Планируется призвать 50 тысяч человек. Мобилизация будет проходить по всей стране в три этапа. Первая волна продлится 90 дней. Вторая, третья, которые состоятся в апреле и июне, продлятся 60 дней. В первую очередь призывать будут военнообязанных и резервистов. От Одесской области в зону АТО первой волной отправят 4500 человек. В течение прошлого года представители крупного бизнеса Одесской и Николаевской областей уплатили в государственный бюджет Украины около 17 миллионов гривен военного сбора. Об этом сообщают в городском управлении фискальной службы. Отметим, что обложение военным сбором будет осуществляться до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы вооруженных сил Украины. Сегодня ставка военного сбора составляет 1,5%. Прокуратура начала уголовное производство по факту злоупотребления положением милиционерами Измаильского городского отдела. Я напомню, 2 января группа мужчин ромской национальности разгромила ночной клуб. Один из охранников получил около 10 ножевых ранений. Установлено, что указанные милиционеры в ходе расследования уголовного производства подделали протоколы следственных действий, что привело к привлечению гражданина к уголовной ответственности. Досудебное расследование продолжается. А житель села Фонтанка позвонил в милицию и сообщил, что в собственном дворе застрелил троих человек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД Украины в Одесской области Владимир Шевлиенко. На данный момент убийца доставлен в отделение милиции, где он дает показания. По его словам, причиной конфликта, в ходе которого он убил гостей, стали денежные долги. Наш корреспондент Константин Гак сейчас находится на месте событий. Костя, что уже известно тебе по данному факту? Добрый день, Юлия. Мы сейчас находимся на месте событий, собственно, там, где милиция обнаружила три мертвых тела. По предварительной информации, здесь произошел конфликт на почве долговых отношений, и мужчина, хозяин дома, предположительно, застрелил троих людей. На одних женщина и двое мужчин, все среднего возраста. Как и стало известно, эти трое приехали на место для того, чтобы выяснить, собственно, эти долговые отношения с хозяином дома. Они оказывали на него давление, и тот принял решение взяться за оружие. Выстрелы были произведены из охотничьего ружья калибра 7,62. Собственно, у всех троих погибших обнаружены огнестрельные ранения. Сейчас на месте уже отработали эксперты, сейчас милиции здесь нет. Вот, но есть огромная лужа крови и следы от выстрелов и от крови на воротах. Вот то, что мы видим на месте. Юлия. Спасибо за информацию. Я напомню, что на связи со студией был наш корреспондент Константин Гак, который рассказал подробности убийства троих человек в Фонтанке. Проезд в городском электротранспорте подорожает. Вояж на троллейбусе или трамвае скоро будет стоить 2 гривны. Сейчас проехать на общественном транспорте можно за 1,5. Нынешнюю цену на проезд определили еще в 2011 году. Повышение коснется только разовых билетов. Стоимость проездных останется прежней. Когда вступит в силу новая цена, станет известно в ближайшие дни. Одесса по-прежнему остается в плену тумана. Видимость на дорогах составляет около 100-200 метров. В пресс-службе Одесского аэропорта сообщили, что большинство вылетов, в частности, в направлении Стамбула и Москвы, задерживаются. Также задерживаются и входящие рейсы. Синоптики сообщают, что туман сохранится в Одессе до конца сегодняшнего дня. Кроме того, управление ГАИ в Одесской области призывает всех участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. На этом пока все. Больше информации в следующем выпуске. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.